Татарстане за сутки зарегистрировано 84 новых случая COVID-19, из них 6 завозные, 7 человек госпитализированы. Таким образом, на 30 ноября в Татарстане зарегистрировано 10 339 случаев. В Казани бесплатные земельные участки получили уже почти 7 тысяч многодетных семей. Это каждая вторая из включенных в список. Напомним, программа по предоставлению бесплатных участков реализуется с февраля 2012 года. В Татарстане на этой неделе установится аномально холодная погода с отклонением от нормы на 5-10 градусов. Уже завтра, по прогнозу гидрометцентра республики, при прояснениях до минус 20. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5-705-100. Күтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет-шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын ТНВ Ру сайтында қорап болады.